Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравеланд. Так, зайдем в армию и посмотрим, что у нас тут бесплатно. Так, ну-ка. Ух ты. Это какой-то монах или епископ, я не знаю. Так, лучник и золото. Еще. Так, 120 монет. Лучник и крестьянин. Окей. Так, по отрядам, давай посмотрим. Меня интересует новый юнит, который сейчас только что нам выпал. Вот он. Кто же ты такой? Ученик начальных курсов Академии магии. Знание основ, магическое... Вот, мне он нужен, ребята. Вместо кого бы тебя взять-то? Вместо пиратки, наверное, мы возьмем. А можно ли так сделать? Можно. Даже нужно, я тебе скажу более. Слушай, а как вот у нас вот луч... Куда я его дел? Мне нужно прокачать лучника. Как ему поднять звездность? Никак? Наверное, пока никак. Хорошо, так, по заклинаниям. Ух ты, бесплатно свиток. Оу. Другой герой? В плане другой герой. Ну-ка. Так, обычный это. Атака какая-то кулаком. 500 монет, и ты можешь взять 2 свитка. Но я не буду, ребят. Так, здесь нам ничего не нужно пока. Так, дуэли. Герои. А, можно сменить облик. Ваш герой капитан пиратов. Ого. Фига себе. А это прям леголаз какой-то. Ну, я не знаю, есть ли смысл. По-моему, нет, ребята, менять пока здесь что-то. Собрать? Купить. Собрать. Слушай, а что такое дуэли? Так. Атаки на вас. Пока вы не... Нету? Нету на меня атак. Че, давай попробуем с тобой сыграть. Нажмите для пополнения. Слушай, не будем мы пока здесь ничего делать. Экипировочка. Слушай, тренировочный меч. Мы можем с тобой кинжал сделать, прикинь. Так, можем сделать ботинки путника. Так, на 11 уровне, на 8. Слушай, давай кинжал сделаем, а? Я успешно создал кинжал. И пояс хочу бродяги сделать. Так, а теперь как-то мне это нужно экипировать. Так, вот, конечно, улучшить. Нет, за 400 монет нет. Я хочу просто одеть. Одели. Так, пояс. Одели. Так, что-то им я еще все помню, да? Все, ребят, погнали в приключение. Угу. Ух ты, а тут что, монетки можно собрать? Собрать. Собрать не получится. Это надо драться. Блин. Вражеский отряд, вот у нас награда будет какая. Дай-ка я этого голема, наверное, все-таки распишу. Хрум-хрум, какая вкусная стена. А людишки еще вкуснее. Откуда у этого разбойника такие существа в армии? Похоже, это путешествие будет труднее и опаснее, чем мы ожидали. Атаковать. Хрум-хрум, какая вкусная стена. Так, вот этот меня бесит. А, тут еще и прощевики есть. Какой у нас тут? Ага. Так, ну а мы с тобой... Блин, не достаем. Хорошо. Попробуем вырубить. Фиг там. Слушай, а мы же можем пелену. Пелену. Добьешь?
Красавчик. Големы, 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 големы. Так, стопы. А если мы вот так сделаем? О-о-о. Хорошо бомбишь, родной. Ну-ка. Добить надо гаденыша. Отлично, металл получили. Ах ты прыщавый. Так, он оказывается у нас ближник, блин. В ближнем бою, ребят, дерется. Я вот чуть-чуть не ожидал, что он будет именно ближником. Маги обычно всегда издалека бомбят. Ну, раз уж тут такое дело. Готов. Так, добивка. Ага, добивка, конечно. Никакой пока добивки и быть не может. Так. Чуть-чуть остался. Готов. Так, полено выполнено. Слушай, мы никого не потеряли. И это чудно. Ага. Дальше у нас выбор. Либо наверх. Погоди-ка. Погоди. Ну хорошо, я пойду сюда. Добро пожаловать в лагерь самого Фрома Бешеного. Здесь куют металл и крушат черепа слабаков, вроде вас. Ты уверен в этом, парень? Крушат черепа вроде нас. Так, повышает урон в 2 раза. Ого. Мне нужно взять этот арсенал, ребят. Вот только как. Ах ты, жучара ты навозный. Что творишь? Вырубим. Попробуем. Так, эти кузнецы как бы нам вообще тут не вперлись, да? Ослеплен. Слушай, а мы же можем... О! Блин, не достает он. Жаль. Давай сюда. Лучнички. Смотри, что творят. Ну, в ответку-то. Двойной урон. Вот это я понимаю. Сейчас мы будем тут... Не трогайте. Давай-ка добьем, наверное, с тобой. Кожу. Ох, тряпка. На тебе. Все-таки выпендривается, да? Все-таки все в лучника стреляют. Промах. Отлично. Ну-ка. Что ты там кастанешь? Скорость. Ну зачем нам скорость бега? Он, короче, рандомный, ребят. Так я вот сюда вот схожу. Так, сейчас, подожди, секунду. Ну... Но если ты даже сюда встанешь, ударить ты все равно не можешь, да? Пропускаем ход. Какой живучий, а? Ну все, ему крышка. Опа, какую-то пробирочку мы с тобой получили. Ну, ты видишь, да, по смертям, что у нас получается. А двоих все-таки у нас убрали. Ого. Это кто такой, интересно, ребят? Это типа босса что-то? Я пойду на волков пока схожу. Слушай, а где мы с тобой можем пополнять запасы армии нашей? Так, суровый вожак волчьей стаи. Фига себе, 4 звезды. Что-то мне такая перспективка не особо нравится. Ну-ка. Повышение атаки. Чего? Он понизил нам атаку, верно? Ну, вожак. Крепкий. Ага. Опять лучнику достается, блин. Пром.
сейчас попробую добить. Все. Далеко уходит, конечно, ничего не скажешь. Ну-ка. В минус. Так, нитки получили. Добьешь? Добил, красавчик, красавчик. Что я могу тебе сказать еще по этому поводу? Ах, все время забываю, что ты ближник. Не, ну тогда пиратку надо вернуть. Хотя он бафает, он тоже, в принципе, неплох. Пускай рандомно, но все-таки. На тебе. Есть. Никаких потерь. Никого не потеряли. Блин, я хочу, ребят, пополнить запас. Вот здесь, по-моему, у нас пополняется запас. Или вот тут. По-моему, все-таки тут. Некоторые заключенные хотят к вам присоединиться. И я бы мог выпустить одного из них за небольшую плату. Кого? Ох ты! Друзья, это что такое? Это лидерство плюс 50. Кланы и задания доступны в лагере. Так, эксклюзивный отряд. Громила. Пираты. Существо доступно только в сундуке. Искать новый отряд. Акция закончится. Так, особый королевский сундук. Получите 8 20 редких и одну от 1 до 3 элитных существ. Купить. Не получится никак у меня купить. Выгодное предложение. Ага. Так, события какие-то. Вот, ребята, этап 1 из 3. Уничтожьте отряд гоблин-стрелков или гоблин, или снежный гоблин. Шанс получить эти 1%. Получите, собрать приз. Ну-ка. Ух ты. Какой-то пиратик. Забрать приз. Кланы. Так, подожди секунду. Я что-то весь растерялся. Что-то тут всего надавали нам. Так, заполучите 2 ингредиента. Железо, дерево или кожу. Так, примените заклинание. Понял. Уже весело становится. Уже, ребята, всякие задания. Так, что я хотел сделать? Экипировка нам пока не нужна. Мне бы... Так, сапоги. А, не хватает. Так, нитки, железо. Это ладно, это пока мы не будем делать. Кланы. Создать клан. А сколько требуется? 10 тысяч. У меня нет столько денег, ребят. Могу только присоединиться, наверное. Помогите мне, каратели. Помогите мне, могу присоединиться, наверное. И... Ну, допустим, я присоединился. Так, что мне нужно? Мне нужно, ребята, отряд мой. Так, заклинания нам не нужны пока. Я хотел вообще-то пополнение отряда своего сделать. Вот здесь, может быть, все-таки. Лагерь наемников, да. Дорого, ребята, они стоят. Очень дорого. Так что тут как бы особо... Каждый юнит на счету. Друзья, каждый юнит на счету. Я не знаю, что вот здесь у нас такое. Надо проверить. Сюда мне что-то опасно как-то идти. Победите, используя особый отряд героя. Золото 10%. Это испытание героя. Попробуем, ребят. Я не уверен, конечно, что получится, но попробуем. Хитрый обитатель лесов и пещер. Вспыльчивый. Ох, ёк-макарёк, сколько вас тут. Слушай, это вообще какой-то левый отряд, ребята, даже не мой отряд. Так, пиратка.
волки. Да как-то я не знаю, сможем ли мы здесь вообще победить. Угу. Сюда, наверное, шмальнем. Сразу? А, нет, я же думал, уничтожили сразу. Фига он там. Ах ты жук, этот с палочкой идет. А что он делает? Это что такое? То он может добежать и бомбануть, я так понимаю, да? Ну-ка проверим. Он... Ну... Блин. Прыгнем сюда, а? Окей, допустим. Что-то не срабатывает, да? Так, волк, сюда иди. Что это за песня? Повысил атаку, типа, да? Минус. Так, варвар, ты бы... Блин, убьют они варвара. Пиратка бедная страдает. Кусай его. Страх, он убежал. Сможем мы этого с тобой чихнуть? Ты заколебала. Барбариана потеряем сейчас, я так понимаю. Шкура. Твою наливанную сюда не хватает. Страх. Нет? Ты не испугался даже нисколечко, да, я смотрю? Это все в лучника бомбит. Сюда отойдем. Окей. Готов. Отравили, что ли, мы его? Точно. Так, этого хлопчика добиваем. Нет, не добили. Прыгай сюда. Добей. Так, а этого сейчас... На-ка тебе. Еще кусанем. И... Блин, думаю, убьем сейчас. Все. Да, ребят, получилось. 720 монет плюс 2 шкуры. Так, подожди, но это же не мой отряд, я так понимаю, же был. Это вообще какой-то левый, как бы, типа. Блин, неужели мне надо сюда идти, а? Твою дивизию. Мои ребята украли королевский скипетр. Слава обо мне разлетелась на всю округу. Теперь в моей банде лучшие головорезы этих земель. Есть даже нежить, которую я купил у магистров темной магии. Трепещите. Трепещите, говорит. Ну что ж, гаденыш. Давай, будем трепещать. Отряд у него, конечно, тут здоровский. Безжалостный главарь наемников. Фига, у него там 5 звезд. Так, вот этого надо как-то валить. Лучников, блин, тут... Еще и повышение атаки пошло. Так, ну что, начнем, наверное, потихонечку, да? Этого вырубаем. Все, добегался. Так, ослепление. Ну, я не знаю, давай сюда шмальнем. Серьезно? Тогда сюда. А ты жук, ты навозный, выжил. Давай сюда, вот, наверное, сделаем тебе.
О, повышение атаки, то, что нужно. Сгинь, нечистая. Так, берет провокацию или ярость, я не знаю, что это такое. А, бежит, бежит далеко. Фига он какой. Тут еще и медведь, блин. Так, пора, наверное, тут. Ого. Так, ребят, ну тут надо, наверное, с этим разобраться для начала. С волками, да со всей этой трихомудией. Ну-ка, маги как бьют? Блин, бьют хорошо, но... Оу, щит. Мы его завалим, но очень дорого он мне обойдется. Ой, добивай его. Да, он один многих стоит, этот варвар. Так, под заклинаху. Давай попробуем волка. Это... Ой, волка. Ух. Готов. Мы пока в защиту встанем. На тебе, душара. Убьешь? Убьешь. Фух. Ребят, очень много потерь. Очень много потерь, вот на самом деле. Я на это не ожидал и не рассчитывал. Может, вы и одолели меня? Да вот только королевского скипетра у меня давно нету. Я продал его культу пламени. На эти деньги собрал целую армию бандитов. Ладно. Со мной вам удалось справиться, но вам не победить настоящих волшебников. Обратная связь. Так, поставьте нам 5 звезд, если вам нравится игра, и предложите идеи новых существ. Обязательно. Ух ты, я получил деревянное кольцо. Конечно, надеть. Что нам дает деревянное кольцо? 50 репутации. Окей. Так, тут какие-то маги стоят. Блин, мне все-таки непонятно, где, ребята, мне заклинание, дуэли, армия. Где мне поменять в отряде? А, вот здесь вот, по-моему, меняется-то. Вот, вот что я хотел сделать-то, ёк-макарюк. Так, я не знаю, она дальник, не дальник, фиг её знает. Уберем, наверное, лучника. Наверное, да? Так, что ли, сделать, блин? О, у нас еще разбойники есть. Ну, разбойники не очень довольны, я смотрю, да? Что он хоть делает-то? Проворный и умелый лесной боец, охотник. Урон по зверям выше на 50%. Блин. По зверям. Не, я лучше лучника верну. А что ты-то делаешь? Куда ты убралась-то, а? Да ё-моё. Не понял я юмора. А, вот же. Про тебя почитать надо. Так, магический выстрел. Стойкость разума и самооборона. Наносит цели 15 магического урона. Цели 1-3 уровня. И лидерство до 60 впадает в безумие. Ого. Так, тут-то что, мы выполнили, что ли? Получаем 2000 золота, ребята. Так, примите заклинание на ваши отряды 2 раза. Надо не забыть применить заклинание. Ну что, продолжаем наше приключение. Тут какие-то монахи, блин. Так, лагерь наемников. Это мы можем с тобой купить. Так дорого стоит это все, ребят. Блин, пойдем сюда. Вы вступили на территорию культа пламени. Владыка требует очистить наши земли от таких еретиков, как вы.
от таких еретиков, как мы? А вы-то кто такие, а? Щеглы. Начинающие чародеи, не научившиеся полноценно использовать магические способности. Магическая атака — поджигатель. Поджигатель, ты значит, да, эти плевуны, я помню. То есть у них все отряды тут дальники. Угу. Так, если я подойду сюда. Хорошо, шваркнул. Да чтоб тебе, даже добить не можем, что ли? Культ огня. Они ближники, что ли, получается, да? Ну-ка. Хорошо. Конечно, не хотелось бы мне никого потерять из бойцов, но, видимо, это, ребят, не судьба. Стреляем. Минус. Ух ты, что-то новенькое нам досталось. Нет, все-таки стреляет издалека. Паршивцы такие, а? Ну-ка давай. На тебе. А этому сейчас по башке дадим. На. Контратакует, да? Готов, тряпку отдай. Готов, еще один. На, по башке. Так, подожди секунду. Есть. Без потерь, друзья мои. 290 монет, плюс вот, не знаю, что это за рунка такая у нас выпала. А это что такое? Да блин. Ну ты серьезно, что ли? С нежитью, ребята, с нежитью нам придется драться. Твою налево, у тебя еще нежить такая противная. Попробуем. Да чтоб тебе, блин, даже... Сейчас начнет заморозка. Ну, естественно, заморозка, замедление хода, блин. Эти еще стрелки вшивые. Очень далеко бомбят. Так, добьем? Добили, хотя бы так. Давай-ка прицельный. Ага. Так, мы можем сделать вот такую штуку. Ослепить его хотя бы. Если я выйду сюда. Ого. Промах. Ну это понятно, там промах-то это. Вырубай этого. Отлично. Блин, надо было в того бомбить. А хотя нормально и так. Хотя бы урон у них не особо большой. Вырубили. Но потери все равно будут. Потери, друзья мои, будут. Мы уже потеряли, по-моему, с тобой, да, лучника. Так-с, ну что... Хвала владыки, культ пламени оживил нас. Ах, кости так и чешутся. Кого-нибудь порубить на кусочки. Так и чешутся у него, да? Ну давайте почешу твои косточки. Оживший скелет воина. Костяной, трудная мишень. Замедляет цели запретной магией. А чё это в меня? Зашибись. И все это в меня прилетело. Так, метку. Надо срочно уничтожать, ребят, стрелков. А это можно уничтожить, да? Не так все просто. Так, ослепление повесим. А этот попадет. Еще и отравление вешают, а? Супостаты.
плохо. Замедление, вот это вот вообще не в тему. А недалеко ли ты был? Чего? Это что сейчас было сделано? Взял своих оживил, что ли, я так понял? Ну-ка, давай-ка, иди, кузнец. Блин, мы с тобой ходим медленно. Какой-то пепел нам достался. Блин, это отравленное. Давай сюда. Ага, вот он против своих пошел. Это правильно. Защиту поставлю. Да ты заколебал, ты еще мне уничтожь ее. Ой, у супервоина. А скелет только на один ход, да? В безумие впадает, да, только на один ход. Плохо. Но здесь мы не можем с тобой ничего сделать. Рассыпался. Как ты заколебал-то, а? На. Че, добьем его и все, наверное. И будет пройдено. Твою налево. Есть. А, это тоже нужно уничтожать. Все. Ребят, без потерь, слава богу, прошли. Даже никого лечить не надо было. Прекрасно. О-ля-ля. Это что такое у нас тут? Продержитесь как можно дольше. Золото от 70 до 240%. Продержитесь как можно дольше. Что-то какой-то такой не очень мне внушает доверие. Так, подожди-ка. Сюда пойдем. Атака с оклановцем. Подкрепление этой армии все еще активно и происходит в вашей армии. Все равно напасть. Ожидание соклановца. То есть тут вот так вот можно делать? Соклановцы уже спят в это время, наверное, да? Так, ну что, попробуем тогда сами бомбануть. Так, ну что, тут три волка, один лучник и, в принципе, нежить. Так, метку ставим сюда. На тебе. Надо было слепить его. А хотя, наверное, так добьем. Есть контакт. Блин, надо запомнить, что этот скелет у нас вечно, блин, отравление вешает. Куда ты разогнался, а? Ну-ка, звездани ему. Не все так просто, да? Ты заколебал, а? Попробуем так сделать. На. Скелета надо валить. Отлично. Так, скоро будет, ребята, 8-й уровень у нас. Буквально через один поединочек. Опять культ огня. Встречали наших первокурсников? Это сущие дети. Сейчас вы узнаете силу настоящих адептов культа пламени. Энергия королевского скипетра делает нас лишь сильнее. Ну, тут я вижу, ребята, что
Пум-пум-пум-пум. Такие себе матрешки. Попробуем разобрать. Огненный маг, закончивший обучение в Академии Ярости Пламени. Вот так вот, да, значит? Подойдем поближе. Так, метку, метку. Где у них вот это вот, я так понимаю, высшие адепты? С них и начнем. Нитки. Сейчас попробуем. Ага. Заморозка своя, блин, идет. Не успел, да, применить? Ну и хорошо. Слабак. Пускай помогает нам. Окей. Минус. А на него что, не влияет, что ли? Твою налево, я думал, что его можно. А я ошибался. Так. Ну, жук навозный, а. Да. Одного потеряли. Но левел получаем же. Так, точно. Уровень 8, за который мы ничего не получаем, да, абсолютно? Нет. Новая экипировка доступна для создания. Получить награду. 1000 монет. 5 дерева. 4 кожи. И пират один. Так. А если я сюда рвану? А выглядит так дружелюбно. Ну, ну ладно, хорошо, я... Я буду бомбить. Я буду их бомбить. Волшебницы, посвятившие себя изучению магии воды и исцеления. Самооборона, магический выстрел, очищение. Восстанавливает 30 здоровья, раненым на поле боя. Ого. Значит, их нужно в первую очередь как бы бомбить. По идее. По идее, да. Поэтому давай, наверное, начнем прицельным. Есть контакт. Поехали. Дюх. Еще вытворяет. Давай-ка, крестьяшка. Одно слово, крестьяшка. Ну-ка, на тебе. Минус. Так, что я хотел? А, отряд заблокирован. На тебе. Постулат. Так, волчара выпендривается. Ну это ерунда, ребят. Да чтоб тебе. Минус. Все шикарненько. Получилось, мы здесь разбомбили. Что это за пещерка такая? Трофейчики. Слушай, если я в городок нырну. Нырну. Хочу просто посмотреть, что мы там можем с тобой сделать. А вот это что такое? Открыть. Оу. Ха-ха. Забрать. Ох ты, а это еще кто такой? Бесплатный доступ. А, это премиум. А что это такое, 20? Камень заточки еще какой-то здесь будет. Вот это Facebook Plus, я же подсоединялся. Открыть группу игры в Facebook. Так, армия. Давай откроем, а? Так, обычный.
Так, это можно купить, да? Откройте больше редких отрядов. Это так быстро деньги улетели? Так, 26. Я вот думаю, может быть, мне кузнеца все-таки поменять, вот этого вот кузнеца поменять. Вот это вот кто такой? Что ты вообще умеешь делать? Говорящие с мертвыми пираты из джунглей. Второй шанс, это что такое? Однократно воскрешает 25% после смерти. Шанс наложить базовая атака кровотечение и наносит цели магический урон. Берет под контроль отряд противника низкого уровня, не более 90 лидерства на один раунд. Вуду. Вот если я его возьму, например, вместо кузнеца, я думаю, это будет хорошо. Заманчиво, заманчиво. Ладно, я попробую, ребята. Я попробую таким вот отрядом поиграть пока. Посмотрим, что это за мастер Вуду. Поехали. Эту пещерку я должен освободить. Так, проворный умелый лесной боец. Проворный и умелый. Глянем. А, я не достаю. Но я могу подойти. А, слишком велик. Численность до 10. Ох ты, а что ж такой слабый-то парень? Или это они слишком крутые? Это, наверное, они слишком крутые. Это еще пока тут. А, у них еще и кузнец тут. Куда ты побежал? Ого! Ты смотри, что вытворяет, а? Так, нам, наверное, надо теми заниматься. Пипец, короче. Сунулся, блин, в подземелье, ведьм. Уничтожат. Зря я сюда, конечно, сунулся, мне кажется. Я не думал, что он настолько слабый будет. Пипец, короче, конечно. Магичку, блин, потеряем. Вот что мне обидно. Это еще хиляет, а? Вшивые. Ай-яй-яй-яй, как же нас тут, а? Разносят. Он уже на этого переключился. Ты посмотри. О, все. Блин, отряд заблокирован. Да на тебе. Это кузнец. Сколько там кузнецов-то?
Теряем сейчас этих стрелков с пушечкой. Ты посмотри, что вытворяет, а? Их 9 тут. Их 9, сейчас звезданет и все. И... крышка нам. Еще и этот там строчит, как не знаю, как пулеметчик какой-то. Я могу сбежать, ребят, отсюда, а? Пока, блин, не поздно. Хотя уже поздно. Я в шоке. Я в шоке от таких потерь. Лагерь наемников. Хочу, конечно, хочу. У меня, правда, денег, блин, шиждень шиша. Сколько? За одного я трачу. Чуть не могу понять, за скольких. Ах, господи. Так, подожди. Подожди, парень. Давай в городок. Нам нужно с тобой поменять. Этот отряд. Вот это вот. Ну, я не ожидал, ребят, конечно, от него такого вот. Такой фигни, если честно. Так, выбираем его. Ставлю я этих, наверное. Может быть, нам вот этих стрелков взять. Так, 12 уровень. Откроются потихоньку, будут открываться новые эти у нас. По экипировке можем что-нибудь создать себе? Купить. 10 урона к следопытам. Мне нужна какая-то броня. Вот, ребята, есть. Плащ. Пояс торговца. Так, а что он там дает? 100 защиты, 140... Сделаем так. И вот так. Герои. Ого. Капитан пиратов. Так, подожди, что я хотел? Я хотел экипировку, да? Я хотел надеть. Сапоги. Ой. Нет, нет, не лучше просто одеть. Так, сапоги-то оденешь ты или нет? Вообще, я нифига не могу понять, что не так. Так, ну здесь вот пояс одет. Все, я вижу. Сапоги тоже должны быть одеты. Отлично. И... только ожерелье нам нужно еще какое-то сделать. Следопыт. Ну, следопыт, это, я так понимаю, это кинжальчики вот эти вот, да? Так, через 21 минуту откроется, а здесь... Так, ладно. Ну что, попробуем с тобой здесь вот отвоевать. Чутка золотишко. Отбить. Атаковать. А что, у нас остался всего лишь один голем? А эти все так и... О, так это ж круто, ребят. То есть мы с тобой последний отряд вот это должны завалить и все. Так.
Почему с этих начнем? Потому что ребята, они телепортируются. Эти-то пока там подлетят. Ага. Дымовуху. Так, слушай, мы можем, наверное, с тобой сделать вот так. Или на него не распространяется. Я вот фиг его знает. Шмаляем сюда. Эть. Черт узнает, давай сюда наш шмальнем. Еще шмальнем. Так, отойди ты оттуда, а. Блин. Вот это хорошо, ты придумал, на. Слабый лучник. Так, минус один, отлично, блин. Как бы этих нужно добивать, и тех, блин. Хоть ты разорвись теперь. На. Бедные лукари. Че не могу сделать? Ого. Куда он приключился-то, блин? Че он этих лучников-то... Не знаю, не взлюбил, ребят. Добьешь? Добил, отлично. Кожа. Так, с этими халабудами мы сейчас тоже разберемся, я так понимаю. Блин. Давай. И не добили, зашибись. Минус. Так, у нас есть 7 маны. Безумие. Безумие, блин, это... Как же я, а? Безумец. Безумие это вешается на врага, а не на нас. Твою налево, блин, ну... Без потерь, ну как же, никак, ребят. Оу, элитный сундук. Так, 2 пирата. 2 мага. 2 крестьянина. Ох ты. Слушай, у нас 2 вида новых лучников, ребят, появилось. Ну-ка, в городок. Армия. Отрядик. Так, где у нас эти? Вот. Слушай, двухзвездочная я возьму, ребят. Вместо вот этого вот возьму. Конечно, еще хотелось бы почитать про нее. Меткая лучница горных патрулей. Стреляет и охотник. Плюс у нее наносит 6 магического урона, снижает скорость цели на 1 раунд. 2 заряда. Угу. Это, я думаю, вообще топчик. И еще у нас где-то здесь. Вот. 3-звездочный лучник. Слушай, наверное, нам... Вот так вот выгоднее сделать. Так, что он хотя бы делает? Опытный грабитель, выискивающий слабую жертву. Что у него там за песня? Воодушевляет разбойников, повышая их урон 25% на 2 раунда. Не завершает ход. Да, единственное, что у меня нету этих убийц. А поэтому его свистулька как бы здесь роли не сыграет. Подожди, а что такое событие? Уничтожьте отряд гоблин, хмелевар или ворк. На карту, это где? И где это? Я что-то так и не понял. Шанс получить йети. Пройти этап. Отряд гоблин, хмелевар или ворк. То есть где-то мы должны найти с тобой орков, хамелеваров, да, или еще там кого-то.
Так, а тут... А, тут мы с тобой не прошли. Мы отсюда же сбегали, да? Нет, мы сбегали отсюда. А вот это что тогда? А, продержись как можно дольше. Все, я понял. Давай-ка мы с тобой сюда пойдем. Там какой-то монах. Атаковать. Ну, тут нежить. Я думаю, что с ней-то мы справимся. Ходит, конечно, далеко. Так, метку вешаем. Погнали. Так. Хорошо наносит урон наши лучники, я тебе скажу. Очень хорошо. Так, здесь, наверное... Так вот сделать. Ха! На него, наверное, безумие не распространяется. А, нет. Так, сам себя еще зашибись. Разыграли партийку, ребятушки. Так, за... я хотел замедлить. Забыл. Но он ход не прерывает же, насколько я помню. Да, это песня свистулька его. Угу. На тебе. Так, ну он заблокировал, получается, да, моих юнитов в данный момент. Понятно. Есть. На тебе. Легко. Легче легкого, ребята. Фух. Ну что же, пойдем продвигаться потихоньку. Угу. Здесь бандиты. Здесь чисто бандиты у нас. Вот это вот не надо делать. Так, ну-ка. Надо вырубать этих разбойников, иначе вблизи они тут начнут нам устраивать карнавальную ночь. Так, а вот здесь вот слепоту. Плюс добивка. Ай-яй-яй. Давай, расстрел. Так, ну у нас нет бандитов, потому что свистеть тут нет смысла. Хорошо. Шикарненько. Давай-ка, безумие. А что это он на себя щит поставил? Ты думаешь, тебе это поможет? Ну, вот так-то. Вот этот стрелок, конечно, вообще великолепен. Он очень, ребята, такой тяжелый именно на расстрел. Его фиг так легко просто уничтожишь. Е! Отлично. Так, ну вот у нас тут какие-то монахи. Годы тренировок, каждодневные медитации, вегетарианская диета. Но только через победы в бою мы получим одобрение великого старейшины. Такс. Тут еще новые какие-то, ребята, монахи еще. Таинственный алтарь, построенный орденом лекарей. Каменный лечащий алтарь, препятствие. Посвятил свою жизнь постижению тайных духовных практик. Чего? Чего? Фига вы, ребятулечки, наяриваете. Ну-ка, слег нафиг. Не так все просто. Так, ну-ка. Добить-то мы его сможем? На. Угу. Адепты. Сляк нафиг. Так, крестешка вшивенький идет. 12 заклинашек у нас. Давай так вот сделаем. Готов, парень.
Чего ты? Не нравится тебе, да? Получать звездюльки. Ну, извини уж, парень. Отлично. Ох, вот как этот алтарь работает. Именно врагов хилит. Меня не хилит, да? Тебе все равно не жить. Так, и это еще нужно уничтожить. Ты серьезно? Так, они еще сейчас сами себя, наверное, будут захиливать, да, скорее всего? Нет. Себя они, слава богу, не хиляют. Минус. Блин, может бомбануть туда чем-нибудь, а? Блин, ничего и нет такого. Ну вот и все. Да, потери есть, ребят, потери есть. Такс, голем. Тут какой-то скиптер у нас. И тут будут какие-то варвары. Ну что, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим сегодняшнюю серию. Ну, обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.